Да, интересно наблюдать за сведения. Ну вот там вот. Ой, малыш плачет. Да, Селигер Сити, Рембрандт, Репин, Ван Гог. Ах, как интересно наблюдать. Чуть небо стало мрачным. Это пятница, 13 августа. Погода переменчивая, то дождь, то солнце. Такая стройка у нас здесь. В нашем районе Западной Дивины. Скоро еще один дом появится, Кандинский. Будет видеть. Да, я стою возле Дмитровского шоссе. Станция метро Селигерская. Номер 10. Линия номер 10. Люблинская метровская. Вот здесь у нас еще стройка. Это транспортно-пересадочный узел с автовокзалом и торговым центром. Возводится наше метро. Парк Федорова. Здесь объект метрополитена, служба безопасности на метрополитене, вот в этом месте, в бывшем кинотеатре Ереван. Здесь Ереван был. Парк Федорова. Красивый. Дмитровское шоссе и стройка. Новый дом, 43 этажа. Разводится Ван Гог, называется. Вот такое место у нас на севере Москвы, столица. С такими стройками. Селигер Сити, ТБУ, транспортно-пересадочный узел. Между районами Западной Дегунина и Бескутниковский. Вот мой выход из метро вот здесь. Пойду я туда сейчас по подземному переходу. Вот отсюда. Какое метро у нас замечательное. Устались мы наконец. Вот такое Дмитровское шоссе. Оживленное днем. Хотя не только днем, а круглосуточно. Я как-нибудь постою, понаблюдаю. Очень мне нравятся дороги. Здесь развилка двух шоссе. Дмитровского и Коровинского. Так, солнышко выглядывает. Сейчас как-то веселее солнышко. Красивее. Дмитровское шоссе едет. Вот как у нас здесь красиво. С клумбами. Кожаное все.
чисто, чисто. Вот так дело прокатывалось. Ах, как хорошо. Вот там у нас в следующий раз пройду, там на смотрешке возле дороги стоят. Очень мне нравится. Но сейчас я с сумками. Вот мои сумки. Пойду домой. С сумками не буду гулять. Да, но все, я начала вот с этого дома, Ван Гог. Дом номер 2. Уже Кассель и Герсити. По Ильменскому проезду 14. Все дома, дом номер 14. Только с разными корпусами. Здесь корпус 2. Рембрандт 3. Дом Рембрандт 8. Да, дом. Корпус номер 2. Ван Гог. Да, интересно, но надо идти мне домой. Интересно здесь, возле шоссе. Здесь какая-то дымка или мне кажется? Ну да, наверное, дымка над шоссе. Как здесь хорошо. Какие-то автобусы. 36-й. Троллейбусы раньше были 36-47. Да, давайте еще взглянем и пойдем на этот дом. Ван Гог. Смотрим. Наблюдаем, как возводится. В 43 этажа. Здесь 45, здесь 38. Так, нам хочется. Да. Север города Москвы, столица. Сегодня 13 августа 2021 года.